Вы знаете, это на самом деле очень сложный, потому что все же начнут в дурака валять. Кто-нибудь напишет себе жидомасон, кто-нибудь еще что-нибудь. Есть по этому поводу масса разных анекдотов про то, как это было при советской власти из-за разных опечаток. Вот, например, была такая замечательная национальность у одного из математиков – индейский еврей. Вот. Так вот, мне кажется, что вообще говоря, в нашей стране национальность – это вещь важная. Нужно ли ее вносить в паспорт – это вопрос отдельный, но особенно с усилением экономического кризиса национальная принадлежность будет играть очень важную роль. И в этом смысле эту тему, конечно, нужно очень аккуратно с ней работать, а наши власти такое впечатление, что, в общем, увиливают от того, чтобы этим серьезно заниматься.